Сегодня Всемирный день почты. На Алтае этот праздник отмечают почти 7,5 тысяч человек. Это почтальоны, сортировщики корреспонденции, водители почтовых машин и другие специалисты, которые отвечают за то, чтобы письма, отправленные из разных уголков региона, добирались до адресата. В крае работает 14 почтамтов, больше 1000 почтовых отделений, 8 из которых передвижные. Кстати, с их помощью можно не только отправлять и получать письма. Офисы оказывают десятки услуг, от продажи канцелярии до предоставления справочной информации. Первая в Барнауле уездная почтовая контора была образована в 1869 году. Тогда она подчинялась Томской губернии. А в 1931 появились первые колхозные почтальоны для доставки почты в каждый двор. Тогда на перевозке корреспонденции в крае было занято 1200 лошадей. Для сравнения, сейчас эту работу выполняют 380 специальных автомобилей.